Пошли, пойдешь? Бодрящий. Не надо, не кости. Может, без папы на колени? Не, хороший еще. Еще допустимо. Рыбки сразу куча таких. А ты там все им поднял. На плеск, наверное, пошли. Ты мышь подняла, нет? 13 сентября, день закрытия сезона. А может быть, нет? Нет, вода еще ничего. Одно. Легкий. А сейчас выйдет, сядь, будет тепло сразу. А так как помнишь, мы когда-то вот, когда пошли, нашли эти наши эти Сейшелы, или как они там, с голубой водой, озеро Донцов. Я тоже купнулся, когда тоже было очень. Примерно такая же вода была. Да, приятно так слегка, да? Хорошо. Да, ну ветром. Ну как, не очень, да? Не плохо. Ветра нет, и солнце обратно греет. Уточки плавают, птички поют, и грибочки на месте. Главное, что характерно, именно он нас научил купаться в холодной воде, а теперь он почему-то не хочет. Типа, я вас научил, и достаточно. Тимка, расскажи, пожалуйста, как ты нас научил купаться в холодной воде, а теперь сам не купаешься? Нет слов у него. А красота-то здесь, ребята, в это время года. Просто песня. И уточки плавают. Они очень любят, когда их кто-нибудь приходит и кормит. Сами они как-то, видимо, добывать себе пищу уже не хотят. А может, это просто дополнительные плюшки, которые им нравятся в виде батонов.
Вот еще кто-то подъехал.